Так, сегодня тестирую микрофон выносной. Тестирую, снова испытываю видеокамеру. Видеокамеру 625-ю, свою, на которую снимаю. Сегодня дует сильный ветерок. Сейчас пришла несколько минут снова предупреждение от МЧС. И я подключил внешний микрофон. Внешний микрофон купил в городе Омске за 150 рублей. Китайский микрофон, написано, что он для ноутбука. Почему его включил? Говорю, надо испытать. Ветер дует, а так будет задувать в этот встроенный микрофон в видеокамере. А на этом микрофоне есть ветрозащита. Вот интересно, как это все будет. Дешевый микрофон с ветрозащитой. Я к тому же еще покупал в ДНС микрофон Свен фирмы, там метра полтора шнура, а здесь всего лишь метр. Но еще к тому же купил удлинитель там 5-метровый, но вот еще их не испытывал. Вот сейчас дую, записываю, ну не знаю, ветер как покажет, будет задувать ветер в микрофон, нет. Это вот такой вот микрофончик, вот такая ветрозащита. Так, вот дует ветерок, но он еще не такой сильный. Ну как сильный, нормальный ветерок дует. Так, вот замело все стога. Все стога на дороге. На дороге тоже сантиметров 15 снега уже лежит. Очень пасмурно. Очень пасмурно сегодня у нас. Ну вот, сейчас вот видите, напротив меня у соседей стоит елка большая. Но она пока не сильно колышется. Были местами, были моменты, когда она сильно колыхалась. Так, видеокамера еще к тому же включен интеллектуальный ночной режим. Посмотрим, как сегодня темновато. Как она будет снимать этот интеллектуальный ночной режим и как будет с ним записывать микрофон этот выносной. Встроенный микрофон, встроенный пятиканальный звук в видеокамере стоит. Это когда нету ветра, когда все замечательно. Он вообще записывает отлично. Такие звуки идут, такой насыщенный звук. Конечно же, я так думаю, что он не сравнится с этим вот с китайским микрофончиком. Он вообще там безымянный, как непонятно какой там фирмы. Просто там в городе Омске я захожу постоянно в один магазин, где продают всякую китайскую хренотень. Она, в принципе, не очень дорогая, почти что как на сайте AliExpress, потому что они покупают там оптом. Я так как-то у них спрашивал, почему, говорю, у вас такие цены, мы, говорит, берем оптом. И вот много людей очень в городе Омске там являются клиентами данного магазина. Так вот. Так, а вон там у меня стоят пчелиные домики. Я несколько лет назад занимался пчеловодством. Но это тоже тема отдельного ролика. Почему я перестал заниматься? А что скрывать, почему перестал? Потому что времени нету. Занятие пчеловодством – это очень трудоемкий и долгий труд. Надо очень много времени для того, чтобы уделять время пчелам. Сидеть, следить за ними, делать какие-то дела. Они вроде они маленькие, но отнимают очень много времени. Так, дует сильный ветер. Не знаю, посмотрим, как он будет отразиться. Так, вот, смотрите. Навожу на пирамиду. Синяя пирамида у соседей стоит через дом. Это центр оздоровительный Солиолис. Вот у них такая пирамида есть, синяя. А вот это их беседочка такая. А вот у них еще есть душевые кабины летом с водонагревателем. И вот такой домик вот для туристов. Там у них, кстати, оборудован по всем правилам. Есть даже видеопроектор. Можно смотреть фильмы. Они там, кстати, проводят различные тренинги, лекции, что еще там, ну,
все, так, все такое атрибутика, которая интересна очень для людей приезжих. Да, вот такая погода стоит. Такая замечательная, кто-то скажет, какая погода, замечательная погода, друзья, замечательная. Конец, последняя декада марта. Сегодня у нас 24 марта, когда этот видос выйдет, не знаю, я компьютер несколько дней, у меня два дня последних работает в усиленном режиме, загрузил сегодня только 8 марта. Концерт. Ну, кому будет интересен, кому не интересен, смотрите, можете просто пролистать. Ну, это вот там загрузил так же, как я чищу стога вот эти все от снега. Другой там видос есть. Ну, вот так вот. Но тут вот нагрянула зима. Зима. Зима нагрянула. Итак, шел 24-й день весны. Погода стоит замечательная. Да. Вот, друзья мои, видите, здесь вот я подключил микрофон. Вот 3,5 там джек, мини-джек. И здесь вот отображается. Будем пробовать его. Сейчас вот мне самому прямо это интересно. Как это все отразится на... Повышенный. Ну да, может быть, вот здесь, да? Да? Может быть, повыше надо, вот. Может быть, не повыше. Ты это что, на пупа, смотри. Дешевый китайский микрофон. Повыше, посмотрим. Смотри. А тут будет тогда лязганье губами будет. Лязганье губами, шлепанье губами, вот. Ладно, сейчас пойду попробуем. Пойдем попробуем, как это все обрабатывается, видос, как это будет звук, интересно. У него во время ветрозащиты, с ветрозащитой такой вот маленькой. Я еще не снимал такие видео с такой ветро, с этим микрофоном выносным. Посмотрим все это дело. Ладно. Уважаемые зрители, гости моего канала, всем пока! Шел 24-й день весны. Мы наконец-то сейчас закончили, еще раз повторюсь, уборку сейчас в данный момент с коровами, со всеми остальными. Так, пойдем пробовать. Ладно, пойдем посмотрим, как это все дело записывалось. А, да, сейчас я отключусь и попробую. С микрофоном встроенным, как будет задувать ветер. Со штормовыми предупреждениями. Да, вот сейчас отключил микрофон. Да. Отключил микрофон. Дует, наверное, ветер, я не знаю. Это сейчас вот микрофон отдельно. Вот этот. Вот такой он. На них ни обозначения, ничего нету. И посмотрим, как вот это. Дует ветер, может быть, задувать будет микрофон, может быть, не будет задувать. Вот такие дела. Здесь встроена система шумоподавления, но я ее не включал еще. Она так стоит, короче, не включенная она. Ну, ладно. Всем пока. И повторюсь, шел 24-й день. Нормальная погода. Чего вы ругаетесь? Ладно, все, пока. До встречи, до свидания. Короче, не включено. Ну ладно. Всем пока. И повторюсь. Шел 24-й день весны. Нормальная погода. Чего вы ругаетесь? Ладно, все, пока. До встречи, до свидания.